Сообщением из других регионов. В день празднования иконы Божией Матери Неопалимая Купина епископ Славгородский Каменский Антоний совершил молебен в храме апостолов Петра и Павла в Славгороде. На богослужении собрались сотрудники МЧС, для которых Царица Небесная является заступницей и покровительницей. Неопалимая Купина – одна из самых популярных в России чудотворных икон Пресвятой Богородицы. В основе ее изображения – библейский рассказ о явлении пророку Моисею на горе Хариф, горящей, но не сгорающей купины, иначе куста, истолкованный богословами как прообраз Богоматери. Уже несколько сотен лет икона почитается церковью как защитница от стихийных бедствий, особенно от пожара, как заступница всех огнеборцев. Праздничный день перед образом Неопалимая Купина вместе с духовенством молились сотрудники главного управления, отрядов Федеральной противопожарной службы и ветераны. От огненного запаления и молниеносного грома жилища наше спасаешь, недужные исцеляешь, и всякое благое прошение наше во благо исполняешь. По окончании молебна епископ Антоний обратился к сотрудникам МЧС с архипастырским словом. Поздравив всех с праздником, пожелал успехов в службе и благословил на усердную работу по спасению людей из чрезвычайных ситуаций. Я желаю, чтобы как можно реже возникали такие случаи. Я всегда говорю, еще раз скажу, что как можно реже были бы такие ситуации, когда бы нужна была помощь Царицы Небесной вам, когда угрожает какая-то опасность вам или другим людям, для кого вы должны порой жертвовать собой, спасая человеческие жизни. Конечно, ваша непростая служба, нужная. Работа пожарного чрезвычайно сложна и опасна. И, к сожалению, никто не может гарантировать, что с пожара он вернется живым и здоровым. Может, поэтому среди спасателей так много верующих. Легче идти в огонь, имея духовную поддержку.